Сумма материнского капитала в 2015 году составит 453 тысячи рублей. Это на 5,5% больше, чем в году текущем, и почти в два раза больше, чем 8 лет назад, когда программу только ввели. Размер материнского капитала подлежит ежегодной индексации в сумме не меньше уровня инфляции и определяется федеральным законом в федеральном бюджете на будущий год и на соответствующий плановый период. На данный момент владельцами государственных сертификатов на материнский капитал в нашем регионе являются почти 36 тысяч семей. Треть из них направила средства на улучшение жилищных условий. Более 1000 семей определили мат-капитал как трамплин для будущего образования детей, и лишь 5 заявлений было подано в пенсионный фонд на формирование будущих пенсий мам. Граждане, которые уже распорядились частью материнского капитала, смогут рассчитывать на сумму, на остаток суммы, которая будет проиндексирован в пропорциональном соотношении, то есть на 5,5%. С введением материнского капитала количество рождаемых вторых и последующих детишек только в нашем регионе увеличилось почти на 15%. Связаны ли два этих события между собой – большой вопрос. И все же демографическая ситуация в стране улучшилась после практически бездетных 90-х. И это факт.